В Десногорске приступили к ремонту дорог. У нас начались ремонтные работы автомобильных дорог в рамках программы «Мой любимый город». Сейчас проходят ремонтные работы по дороге Н1, это въезд в город. 7-й микрорайон, началось фрезерование дороги, въезд в 7-й микрорайон, дом 1, Н2. Работа будет продолжаться при благоприятных условиях. Комитет по культуре приглашает десногорцев на мероприятия в выходные. Всех горожан и гостей города мы приглашаем 28 июля в 12 часов на городскую летнюю эстраду. Праздничная программа «Русь святая, храни веру православную». Также 29 июля мы отмечаем День военно-морского флота. На территории возле памятника погибшим морякам всех поколений в 11 часов торжественный сбор. Безработица в Десногорске составляет 0,68%.